скоро день рождения. Что ему можно подарить на 100 рублей? Только еду. Он у меня как раз любит сладкое. Ну, тогда подари ему мороженое. Егор, давай узнаем побольше о мороженом. Ведь говорят, что его много есть нельзя. Давай. Мы все будем делать по-научному. Мы поедем в технопарк и узнаем, из чего состоит мороженое. Наш первый опыт помог нам определить, разведено ли молоко водой. Потом, что вы делаете? Через пластиковую вороночку обязательно добавляете спирт. Спирт доливаете до отметки, так, давайте до 9. По итогам опыта мы узнали, что молоко разбавлено в мороженом пломбирная семейка. Мы к одной части мороженого добавили две части спирта. Помешали в пробирке и вылили в мисочки. Если образовались хлопья, то молоко хорошее, а если их нет, то разбавлено с водой. Мы решили провести следующий опыт. В дистиллированной воде мы развели йод, и этот раствор мы накапали на каждый образец. И на поверхности многих образцов образовались синие пятна. Это говорит о том, что там есть крахмал. Во всех образцах, кроме мороженого, Корнетто Энигма, образовались пятна сине-фиолетового цвета. Это говорит о том, что в 5 видах, выбранными нами мороженым, из 6 содержится крахмал, хотя на упаковке в составе только у фисташкового написано о наличии крахмала. Мы поместили образцы мороженого в центрифугу. Образцы мороженого распались на слои. В образцах, где шоколад осел в самый низ, говорит о том, что шоколад натуральный. Похоже. Моя 6. Моя 8. Моя 7. Очень-очень такие 8. Где 8? Вот 6. Ну, видишь, как мало стало. Моя 1. Ну, 8. Моя 5. Горная порода. Это кара земли. Очень впечатлило и похоже на какое-то, не знаю, пирожное многослойное. Я в мороженое добавляю пищевую соль. Как видим, она сразу растворяется и на поверхности появляются пузырьки. Все исследования образцы в небольших количествах были оставлены в одинаковых условиях для скисания. Если растопленное мороженое скисает в течение суток, значит молоко меньше подвергалось термическим обработкам. А это говорит о том, что полезные бактерии не уничтожены. Если мы можем утверждать, что по качеству молока, использованного для приготовления, дирует эскимо СССР. В купленных нами мороженых не удалось найти 100% натурального продукта, приготовленного целиком из природных веществ без искусственных добавок, смесей и химических компонентов. А можно еще спросить у врача и узнать, сколько можно есть мороженое и сколько не надо. Скажите, пожалуйста, вредно ли есть много мороженого? Мороженое можно есть на самом деле довольно часто, хоть каждый день. Главное знать меру и есть его маленькими порциями. От мороженого есть большая польза в качестве элемента закаливания. Постоянное употребление мороженого способствует укреплению местного иммунитета слизистой. Самое главное – не злоупотреблять. Следует помнить также о том, что у некоторых детей есть аллергия на коровье молоко. В этом случае количество мороженого лучше ограничить. Так, да, что здесь написано? Смотри, как здесь много букв «Е». Поэтому мы решили приготовить мороженое из натуральных продуктов в домашних условиях. Сегодня мы делаем домашний пломбир. Для мороженого нам понадобятся следующие ингредиенты. 3 желтка. 125 мл молока и 150 грамм сахара. Мороженое получилось лучше, чем в магазине.